О, привет. Фига себе. Привет. Красивая какая ты. Очень. А то. Как тебя зовут? Ксения. Ксения. А тебе? Ксюша, 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 девочка из плюша. От тебя? А меня Санек, Санька. Но это не точно. Тоже классно. А ты откуда, Ксюш? Из Воронежской области. Да ладно. О, понял. А я из Московской области. Мы там работаем. Вот это поворот. А где конкретно работаешь? В Москве. Ну, в самой Москве, да? Да. А я в Московской области живу. Ну, понял. А сейчас ты где, в Воронеже? Нет, я сейчас дома. Ну, в Воронежской области. Да. Я у вас в Воронеже бывал летом. Приезжал. А тебе сколько лет? Тридцаточка, 30. А тебе сколько, если не секрет, сколько вам лет? 24. В принципе, логично. Ой, в самом соку, просто. Ты жена? Какой? Блин, я должен спрашивать вопросы, а спрашивают у меня. Я нет, не женат. А чё А ты так? замужем? Да, ну мне еще рано. Нет, ты замужем? Говорю, мне еще рано. Рано замуж, да? Конечно. Так а как, если такой красавец на белом коне прискочит, как быть? То есть ты? Ну, вообще, может быть, и я. Не, ну ты красивая, Ксюш. За меня надо 50 баранов, две коровы, три козы. Ты не поверишь, это Ну, серьезно. я просто похлопаю. 50 баранов найдем. У тебя Корову есть? тоже. Корову тоже найдем. Но коза, я думаю, в тебе чуть-чуть есть. В принципе, логично. Немножко козы в тебе чуть есть, не? Нет, надо две козы. Ну, не знаю. Хочешь найди меня? А напиши мне свой инстаграм, а я тебе напишу. Вот это поворот! В инстаграме. Да? Напиши, можешь Еще написать мне раз. свой инстаграм? Сейчас. Блин, ну вообще. Ксюшенька, прям такая ты это. По моему характеру. Ты серьезно? Вообще. Так, ну-ка сейчас, давай прям сейчас найду тебя. А ты вообще кем работаешь там в Москве, если не секрет? В охране. Да ладно. А, ой. Так мне как раз охранник нужен. Мне охранник как раз нужен. Вот это, да? Запрос. Я тебя добавлю. Давай. Только это, когда добавишь, так чуть-чуть. Ну правда, ты мне, ну ты можешь сейчас даже зайти посмотреть. Ты мне Ну, сейчас очень, я не могу. ты мне симпатична, очень Вот тогда. красивая ты девчонка, хорошенькая. Давай А у тебя пообщаемся. вообще отношения были? А? Отношения были? Отношения, ну, были, но они такие, разбили сердце мне очень сильно. Разбили сердце. Знаешь, как разбили? Вот, были-были, и потом получилось так, что хоп, и ничего не получилось. Ну, сколько были? Ну, коварная девчонка была. Ну, значит, Коварная. она тебе что-то хотела. Ну, может быть, может быть. Просто вот у меня отношения были 5 лет. Я встречалась с человеком 5 лет. Вот это поворот! Ну, я не, я в этом не мастер. Я в этом еще слабенький. Вот я в чем-то другом сильный, а вот в отношениях слабенький. Сразу скажу, сразу скажу. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред, бред, послушайте.
что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же! Ну бред! А в чем-то другой слабенький? Не, в отношениях слабенький, а в чем-то другом сильный. Вот рассказать что-нибудь, поговорить, тудым-сюдым. Вот ну, в этом я сильный. О, а ты петь умеешь? Петь, да. Ну спой что-нибудь. Под окошком моем, ой, что-то пахнет говном. Гениально! Это шедевр! Это милый насрал, я ему отомщу. Я просто похлопаю. Ой, все окно. Я ж такое не слушаю, подожди. Судя. Я ж молодая. Молодая. Я ничего не такое. Так, ну, а я тоже молодой. У меня родители такое слушали. А сколько родителям лет? Моим родителям матушке 53 года, а бате 58. Вот смотрите, сейчас с мамкой с моей познакомлю сразу. В принципе, логично. Сразу же! Если баранов пригонишь, она сразу за меня, короче, это, замуж мне отдаст. Смотри. Давай, ага, давай. Да, смотри. Здрасте. Привет! Будущий сват. Ой, сват. Вот жених. Жених. Да что ты, черт побери, такое несешь? А, понятно. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, по имени отчеству. Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна, у вас дочь? У меня дар речи потерялся сразу же даже. Да? Пипет. У вас дочь, во. Да ладно. Во. Да, конечно, я знаю. Вообще. Наталья Анатольевна, вот я скажу вам так, я вот сижу в чат-рулетке, ищу душевных, хороших людей. И знаете что? Да, сегодня пятница, я немножечко... Я вообще не пьющий человек, не пьющий. Дымца тяпнул, да? Ну я нет, я чуть покрепче, чуть-чуть. О, самогоночки. Ну, немножечко, да. Пошла шара! Поэтому, Наталья Анатольевна... Вы не смотрите, что я там выпиваю, но я хочу за вас. Вот я бы вам ничего бы мог не сказать, что я выпиваю, но я хочу выпить за вас. Да, хотел затихариться, да? Нет, что-то я не выпиваю. Я бы мог затихариться, но я вижу, что вы очень хорошая женщина, и у вас очень хорошая дочь. Поэтому я сразу скажу, сегодня пятница, я выпиваю. Ваша драгоценнейшая. Долгих лет жизни, Наталья Анатольевна, чтоб вы любили и были любимы, чтоб ваша дочь вас любила, и чтоб я уже быстрее с вашей дочерью встретился. Давай, хорошо, давай. Вот тогда. Ваша здоровица. И твоё тоже. Ксюш, в Инстаграме написал тебе? В Инстаграме написал. Примешь меня? О, не написал, добавил тебя, ну, эту заявку. Примешь меня? Напиши. Буду рад пообщаться. Да ладно. И у меня, кстати, скоро день рождения, 31 декабря. 31 год. А у меня 15 января. Не представляешь, у меня у бати 15 января. У бати. Ты козерог? Да. Вот это поворот. Ой-ой-ой, это большой минус. Ничего, значит не судьба. Не, судьба, все судьба. Козероги, я тебе скажу так, у меня мама Овен. Это как, знаешь, мама норка, папа бобер, шуба метис. У меня мама Овен, папа Козерог. Да что ты, черт побери, такое несешь? У нас в семье полная идиллия. Пока папа спит. А ты с кем живешь? Один? Я один живу, да. В квартире? Ну. Ну, у меня маленькая, у меня своя квартира, но маленькая. Однушка? У меня мало семейка, короче. 15 квадратов, типа как гостинка. Ага. Ну, своя зато купил, как-никак.
Туда-сюда. Сейчас тут ремонт делаю, у меня ремонт грандиозный идет. Блин, Ксюш, ну ты красивая очень. Ладно, все, давай, было приятно пообщаться. Давай, спишемся, если что, в Инстаграме. Давай, то, Ксюш, я тебе сразу скажу, я блогер, Ксюшенька, я блогер, но я нормальный, хороший. Угу. Давай, все. Давай. Пока. Мне даже дальше не хочется, сейчас рулетку. В принципе, логично. Мне дальше даже не хочется сейчас рулетку. Нифига себе. Ксюшка-то красивая.